Взнос с каждого игрока команды 1000 рублей. Это вклад в копилку благотворительного фонда «Сделаем детство инвалидов солнечным». Средства, собранные на этом турнире, будут переданы сочинским сиротам 7-летней Вике Тофт и 13-летнему Алексею Алферову. Их, как почетных гостей, пригласили на игру. Откликнулись на призыв организаторов 60 сочинцев. Это представители отелей, коммерческих предприятий курорта и двух профессиональных команд по пляжному волейболу. В городе проводится множество акций. Только за последний год более 100 акций было проведено благотворительных под патронатом главы и по его инициативе. Он очень часто обращается с призывом к предпринимателям и просит оказать содействие в организации различных акций по оздоровлению детей, по поддержке детей-инвалидов и детей-сирот. Конечно, на профессиональный пляжный волейбол эта игра была мало похожа. Хотя особо, как признали сами участники турнира, за наградами никто не гнался. Сочинцы пришли, чтобы поддержать детей и провести с пользой для здоровья воскресный день. Не беря в расчет материальную составляющую турнира, в первую очередь это энергия жизни, которую увидят дети. Для нас это гораздо важнее. Сейчас мы пробуем и смотрим, что в итоге из этого получится, а получится здорово, я уверен. И потом мы будем делать это постоянно. По итогам турнира в первом благотворительном чемпионате по пляжному волейболу победу одержал клуб «Дрим». Организаторы соревнований наградили лидеров прогулкой на яхте. Для почетных гостей спортивного праздника Вики и Алексей устроили сладкий стол. Опекунам детей было передано по 30 000 рублей на каждого ребенка. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.